Так, давай. Покрой, ты не поцарапай пол. Да я и так стараюсь. Тяжелый очень. Осторожно! Какой ужас. Слушай, там что-то есть. Это же старый дом, здесь может быть все что угодно. Шкатулка. Неужели клад? Кто бы стал прятать пустую шкатулку? Сверток. Разворачивай скорее. Хлебная корочка. И все? Никаких сокровищ? Похоже, что так. Так, а что за газета? Посмотри. «Ленинградская правда», 11 февраля 42-го года. Блокадная. Оленька, послушай меня внимательно. Это наш с тобой последний кусочек хлеба. Это наше с тобой сокровище. Я его специально прячу так далеко, чтобы мы не смогли его сразу съесть. Но если я уйду и не вернусь, тебе нужно будет его взять и уйти отсюда. Тебе его хватит на целый день, пока ты будешь искать людей. Ты меня поняла, Оля? Мамик, не уходи, пожалуйста. Не надо уходить. Бросай меня одной, пожалуйста. Я без тебя не смогу. Мамочка, пожалуйста. Не уходи. Без тебя не смогу. Оля, ты должна сделать так, как я тебе говорю. Ты меня поняла? Повтори. Оля, это очень важно. Ты должна сделать так, как я тебе сказала. Тебе этого кусочка хватит на целый день. На целый день. На целый день. Вот оно, сокровище.